Всем привет, сегодня играем за Рики Шмарвела в Ангел Арену Реборн. Один из самых сильных, может быть даже самый сильный кэрри в лейт-гейме. Увернуться от его атак невозможно. Это Рики Шмарвел. На ТП-шечке летим на базу. Продаем вот эту штуку. Несем себе кларити. Thank you.
Как видим, команда фидит, но ничего страшного. Сейчас пойдем немножко погангаем, нам нужно получить опыт. Как мы видим, нервы у Drop Ranger не выдержали.
выполняю. Не подумайте, что против нас какие-то раки играют. Там самые обычные игроки, блядь. На уровне с моими. Но дело в том, что мой уровень настолько высок. Мой уровень просто на порядок выше. Левая плата.
принципе, можем пойти забрать боснийского уже. Но лучше это делать с Башером, я думаю. Так, вроде все по-честному. Сейчас покажу, как забирать босса. Не совсем так. Сука, падаль не падает нахуй. Разраб, сын собаки ебаные, блядь. Конец-то нахуй, падаль на разрабе. Ребельс надо собирать.